Один из старейших храмов в Приморском крае – храм Рождества Пресвятой Богородицы в Черниговке. Он был построен в 1898 году и до сих пор является самым большим деревянным сельским храмом на всем Дальнем Востоке. Строили его на пожертвования жители села. Собрали 64 тысячи рублей. В конце 19 века это были огромные деньги. С приходом советской власти храм закрыли. На его месте устроили кинотеатр с символическим названием «Культура». И только в 90-е годы здание вернули православным. А из Уссурийска привезли этот иконостас, написанный в начале прошлого века и переживший годы безверья. Привезли, был невзрачный. Пришлось красить, отмывать, подновлять. Сами монтаж делали иконостаса. Руководил отец Владимир Благочинный 6-го округа Спасского. Вот. Ну и в конце концов мы к нему очень привыкли. Иконостас четырехъярусный, каждый ряд имеет свое значение. В первом ярусе собраны иконы первого чина. Христа Спасителя, Богородицы, храмовая икона и Иннокентия Иркутского, святителя Сибири и Дальнего Востока. Второй ярус представляет главные церковные праздники. В третьем ряду образы святых апостолов. Далее Тайные вечери и Воскресение Христово. Все иконы написаны не в каноническом, характерном для русской традиции, а академическом стиле, то есть не левкасом на доске, а маслом на холсте. Кто автор? Как и почему в Приморье появился такой неканонический иконостас, сегодня уже ответить сложно. Для прихожан важнее другие ценности, и почтенный возраст святыни вызывает еще большее уважение. Мне кажется, это еще более бережное к нему должно быть отношение, потому что он такой намоленный и благодатный. Намоленный и благодатный иконостас сегодня сильно обветшал и нуждается во внимании не только верующих, но и профессионалов. В последнее время он внесен в реестр памятников церковного зодчества. То есть сейчас ведутся работы по подготовке иконостаса к реставрации. Отреставрировать уникальную святыню собираются на народные средства, так же, как и строили храм в конце XIX века. Ольга Сомкина, Александр Кононенко, «Панорама».